Ну, общей колонны не было, потому что, как я поняла, не вовремя подали заявление и не успел постсвет подписать. За 4 недели всего лишь подали. Да. И что, теперь этот велодень срывается или нет, как? Не срывается, нет, просто да, не, под, ну, не оповестили ГАИ и так далее. То есть и машину как бы не выделяли. Ну, это школа. Вина как бы городских властей, я так понимаю, да? Ну, я не знаю. Может, они просто туда не будут очень сильно. Колонны нет? Нет, не будет, да. С колонной по Пушкинской сюда. Вот. В итоге выяснилось уже перед стартом, что машины не будет, и чтобы мы ехали сразу сюда без какого-либо сопровождения. Сейчас Сейчас велосипед ешь. Пошли, иди, сейчас.